Роман Бахарєв – лідер гурту «Бахрома». Народився 25 грудня на Уралі. У 5 років переїхав з батьками до України, жив у Торезі Донецької області. Зараз це місто фактично під контролем так званої ДНР. У дитинстві мріяв стати Михайлом Боярським і потрапити в телеефір з гітарою. Перші акорди Роману показала мама. У школі мав прізвисько Рома Бах. Співав у хорі хлопчиків. Вчився у гірничому технікумі, планував поступати у військово-медичну академію Пітера, але вибрав Донецький політех. Дебют гурту «Бахрома» відбувся в 2009 році з піснею «Надовго». У 2011 році гурт узяв участь у фіналі національного відбору Євробачення з принциповою умовою виступати тільки наживо. Мріє виступити з концертом у рідному місті, де ніколи не грав. Після всеукраїнського туру група планує закритися в домі, писати новий альбом і навесні їхати в новий тур. Найбільш продуктивною порою року вважає осінь. Вітаю глядачів 9 каналу. Мене звати Ольга Володимирова. В ефірі проект «Пані та панове». І сьогодні у нас в гостях пан Роман Бахарєв. Вам нравится, когда вас называют пан Роман? Вас вообще называют пан Роман? Редко, очень. Но мне приятно только что было. Это так солидно как-то? Или это с юмором? Или это как? Это уважение? Ну, только что от вас звучало солидно. Пан Роман. Я это почувствовал. Все. Наша программа добавила вам солидности. Вы родились на Урале в не очень далеком году. Вы помните что-то из уральской жизни? Это вам было 5 лет, по-моему. Ну, если верить тому, что пишут в интернете. Я уехал, да, собственно, так сложились обстоятельства. Мы уехали всей семьей сюда, в Украину, в Донецкую область, где, собственно, я провел школьные годы, потом переехал в Донецк, чтобы учиться, и стал там студентом Донецкого политеха. Но оттуда, конечно же, я помню очень многое, потому что мне... Я повзрослел достаточно рано, и родители меня самого отправляли в детский сад. Мне нужно было переходить там асфальтированные дороги, где ездил транспорт, и как-то мне родители с самого детства вот доверили уже... Ключик на веревочке был? Ключик на веревочке. Нет? Ой, вот этого вот я точно не помню. Но я точно помню, что когда я шел в детский сад, я обрывал какие-то по дороге листочки и делал из них всякие музыкальные инструменты. И шел, насвистывал что-то. Угу, такие стручки, да, еще стручки, бывало, да, да, свистеть, да, вот, да, вот это именно оно и было. У вас было счастливое детство, хотя вы рано повзрослели. Вы так серьезно сказали, я рано повзрослел, так звучит, как я рано начал, знаете. Ну, потому что я с самого детства чувствую себя самостоятельным. Видимо, поэтому я так и говорю. Угу. Роман Бахарев, лидер группы «Бахрома» сейчас. Кем мечтал быть в детстве? Тем, кем стал. Вот в уральском детстве. Да. Когда свистел в листочке? Да, конечно. Ну как, тогда я мечтал стать Михаилом Боярским, конечно же, потому что я смотрел на него по телевизору, и дядя в шляпе с огромными черными усами, с рыхлым, хриплым голосом что-то вещал из телевизора, потом появился Юрий Антонов, и, конечно же, я видел, что Юрий Антонов, вау. И тоже шляпа у него была? Шляпы у него, по-моему, не было. А что впечатляло в Боярском? Вот образ этот? Образ, да, его показывали по телевизору, по черно-белому тогда еще, и мне очень нравилось, что у них, у этих ребят, которых показывали по телевизору, у них есть гитары, и я представлял, что я тоже с гитарой брал у мамы веник, или у меня была какая-то клюшка для хоккея, и изображал возле зеркала из себя рок-звезду. То есть важен был не факт появления по телевизору, а факт появления с гитарой по телевизору, да, правильно? Конечно. То есть Леонид Ильич же тоже показывали по, да, телевизору? Да, естественно, мне нравилось всегда, и, собственно, мне кажется, я с самого детства, мне снились такие сны, когда я стою на большой сцене с своими друзьями, музыкантами, и мы поем. Вот, собственно, так. Усы так и... есть. Шляпы носите? Нет. А шапки? Не Мама, ношу... я поела в шапке. Не ношу головные уборы. Так, голос не хриплый, никакого боярского. Ну, я думаю, чуть-чуть позже начать курить сигареты, чтобы мой голос стал более хриплым. Чтобы его отшлифовать. Конечно. И гитара есть? Гитара есть. А когда появилась гитара? Гитара дома была с самого детства, потому что мама у меня играла в таком
сначала в студенческом коллективе, это было ВИА, я не знаю название. И, собственно, дома всегда собирались большие шумные компании, приходили друзья родителей, они садили, у них было такое застолье, мама брала гитару в руки, и целый вечер они пели песни. И, конечно же, меня интересовал этот инструмент. Все, как показывают в старых фильмах, да? Конечно, да, она мне показала первые аккорды, вот говорит, вот смотри, вот так вот, это АМ, это что-то там еще, и так все, и поехала. А потом я попал в лагерь детский, в пионерский, и я понял, что... выучив одну песню на гитаре, а потом две, я понял, что я к девочкам имею лучший подход и больше внимания на себе сосредотачиваю, когда я с гитарой. И понял, что это работает, начал учить песни. Вот так это была популярность или известность? Я просто читала, что вы разделяете два этих понятия, что известный – это одно, а вот популярный – это другое. Вот в лагере это была популярность у девочек? В лагере, я думаю, да. Но еще неизвестность. Или то, и другое. Все-таки я считаю, что известность, наверное, это в первую очередь. Известность – это когда просто о тебе знают. Популярность – это, наверное, когда тебя не просто знают, а уже уважают тебя, считаются с тобой. Проходу не дают. Ну, в какой-то степени. Но хотя я думаю, что сейчас проходу не дают, это, ну, это уже не в этом веке. Это раньше, когда не было интернета, и, в принципе, было все гораздо сложнее, когда могли показать, ну, кого-нибудь по телевизору, на следующий день он мог уже проснуться известным и популярным на всю страну. Сейчас все иначе обстоит, и мы общаемся с нашими фанами, с нашей аудиторией посредством социальных сетей и стараемся отвечать всем, если нам зададут какие-то вопросы. То есть сейчас сложнее быть знаменитым? Думаю, да. Сложнее потеряться, раствориться? Что? Но сложнее почему? Сложнее, потому что в первую очередь музыкальных коллективов сейчас гораздо больше. И мне кажется, они растут как грибы после дождя. И, конечно же, если речь идет о том, что вот в Киеве сосредоточено какое огромное количество музыкальных коллективов, мне кажется, раньше этого было меньше. Но и, собственно, и проявить себя сейчас тяжелее, потому что каждый пытается каким-то образом изощриться и придумать что-то новое. Наступают на пятки. Но это придает, собственно, сил и бодрости духа. Стимулирует. И ты оглядываешься, думаешь, так, нужно быстрее. Угу. Конечно. У меня такая книжка есть, «Кто есть кто в советском роке». Ну, она такая, наверное. Если сейчас писать, кто есть кто там в украинской музыке, это, наверное, будет многотомник, да? Ну, мне интересно даже про какой-нибудь подсчет произвести, сколько коллективов или какое количество артистов у нас сейчас в Украине. Я думаю, это десятки тысяч. То, что происходит в Украине, этому способствует? Непременно, конечно же, да. Ну, представьте себе, несколько лет назад к нам приезжали огромное количество российских артистов. И это, по сути, было 60% от всего рынка. И 30% было западных артистов, и всего лишь 10% внутреннего рынка. 10% от 100 – это украинский шоу-бизнес. То есть рынок был занят фактически? Естественно. И потом произошло следующее, и, конечно же, украинские артисты начали набирать обороты. И молодые группы, вот сейчас, которые на слуху, они не исключение. То, что произошло, как лично вы называете для себя? Это война, это конфликт, это что такое? Ну, так как я сам из Донецкой области, и мои родители вынуждены были уехать из своего дома, оставить там совершенно все, мне тяжело вообще какие-либо слова подбирать, потому что любое мое слово может быть расценено неправильно и неверно. Поэтому, ну, это беда. Не знала, что вы так скажете, не знаю почему, но вот я посмотрела в ваши глаза и думаю, сейчас он скажет, это беда. Ваши родители жили после Урала где? В Торезе? Да, Торез, Донецкая область. Угу. Ну, я бы мог рассказать, конечно, вам о Торезе, потому что сейчас это мертвый город, но когда мы туда переехали, это был развивающийся и цветущий город, там было 14 огромных шахт, которые кормили всю страну и не только. Это был город рос. Город, названный в честь французского революционера Мориса Тореза, и, ну, там было здорово. Сейчас там нет
ничего. Из моих одноклассников, мне кажется, уже никого не осталось даже. То есть вам незачем туда сейчас ехать? Я бы с удовольствием туда поехал с концертом. Вот это мне интересно. Я знаю, что украинцы не приветствуют, если туда едут украинские артисты. Вот, но это больше всего я лично не понимаю и не разделяю ни в коем случае их точку зрения, потому что ну, там живут те же самые люди, которые там жили, и там остались мои друзья. И я никогда там не играл концерт. Мне бы очень хотелось туда поехать. Угу. То есть даже до этих событий вы с концертом там не выступали? В Торезе нет, в Донецке выступали много раз, конечно же, да. Торез все-таки родина? Вот как вы относитесь? Ну, как вы себя по факту, позиционируете по факту на карте? Нет. По факту нет. Но я называю это все равно родиной, потому что я там вырос. Там прошли мои школьные годы, и, конечно же, у меня огромное количество воспоминаний связанных. Там вы уже играли на гитаре? Да, я там начал заниматься музыкой. Ну, Бахрома не первая ваша группа. Конечно, ну, естественно, я же должен был где-то и сейчас, я набираюсь опыта. В каморке за актовым залом, естественно, да? Естественно, конечно. Вот как это было? Вот с чего все началось? Ну, понятно, что сначала девочки, популярность, ну, это там, расправляют плечи. Да, это просто... Ну, это всего лишь навсего, да, это детство такое. Это проходит увлечение. Все, но не все потом становятся музыкантами. Я вам скажу так, родители поехали как-то на Западную Украину и привезли мне магнитофон. Ни у кого не было магнитофона. Грюндик? Нет. Это Panasonic. Была весна 310М. Весну делали в Днепре? Возможно, да. Но они ее купили на Западной Украине, они были или в Тернополе, или в Ивано-Франковске, и привезли мне весна 310М. И вот стоит эта весна дома у нас, кассеты нету ни одной. И родители мне дарят на день рождения кассету, где с одной стороны был записан MC Hammer, ну это такой в 90-х модный персонаж, и группа Iron Maiden, это достаточно такие тяжелые ребята. Я начинаю слушать музыку, потом записываю сам, и меня это очень сильно увлекает. Мои сверстники играют на улице в это время, пинают мяч, а мне просто нравилось слушать музыку. Ну и в какой-то момент я просто влюбился в музыку, потом начал ее сам сочинять, и, собственно, мое увлечение, хобби переросло в профессию. Вы ходили в музыкальную школу? Нет. Я ходил в хор мальчиков. К нам в школу... В Торезе? Да, к нам пришла в школу хормейстер и набирала мальчиков-зайчиков для того, чтобы мы пели в бабочках. Вы каким голосом пели? Ой, у меня был тоненький голосочек, первый. Я думаю, да, скорее всего, очень противный, который мне не нравился. И первые мои записи, которые мы записывали, я специально старался петь низким голосом, чтобы, ну, как бы не выдавать, что я прям мальчик-мальчик. И вот, ну, как-то вот так все и завязалось. Первая группа, которая, ну, вот по-вашему, достойна упоминания уже, это была какая? Понятно, что они все дороги. Я даже не помню, как мы их называли, но я помню, что... В Донецке я учился в горном техникуме. И когда я учился на четвертом курсе техникума, я думал, что делать дальше, куда дальше идти. Потому что ну, в Торезе, понятное дело, перспективы никакой нет. А ты какая специальность была? Горный инженер? Горный инженер, да. И, собственно... Ну, прямая дорога на Урал. Ну, возможно, но я планировал поступать в Питер, в военно-медицинскую академию, и быть врачом. Но мне нужно было несколько лет жить в казарме, что больше всего меня почему-то пугало и отталкивало. И мной было принято решение, и в чем мои родители меня поддержали целиком и полностью. Закончив техникум с красным дипломом, я поступил сразу на третий курс Донецкого политеха. Но, собственно, поступил лишь потому, что у меня уже к тому моменту там была группа. Потому что, когда я был студентом техникума, я неделю учился в техникуме, а неделю я жил в Донецке. Меня ребята с помощью простыни поднимали на второй этаж, потому что меня не пускали. Ну ладно, это легенда. Нет, вполне серьезно. Каждый день они выкидывали мне со второго этажа простынь, и я забирался. Вы были худеньким мальчиком? А я сейчас... Или были крепкие простыни? Ну нет, это вполне серьезно. Вы думаете, просто не выдержит? Нет, конечно, если за нее за один край держаться, и она порвется. Но если ее свернуть, то вполне. Это обычная физика, ребята. Ничего себе. Надо когда-нибудь снять клип с этим сюжетом. Да? Нет? Ну, может быть. Ну, это будет живописно на самом деле. Может быть. Ну, хотя я думаю, что если вас будут тащить туда какие-нибудь ребята, это будет неинтересно, да, надо что-то такое придумать. Если бы инопланетяне. Вас украли инопланетяне.
Окей. На самом деле, вы знаете, что вы по рейтингу одного из сайтов попали в десятку самых-самых украинских музыкантов-мужчин? Видимо, все-таки там ориентировались на внешний фактор, потому что в описаниях, да, жаль, мне тоже жаль, в описаниях все-таки такие вот выражения употребляются, как там голубоглазый блондин, это про Фантализу, да, там брутальный, там кто-то, не помню, кто это, про Галича, ну и вы там на втором месте где-то тоже фигурируете, тоже с какими-то эпитетами. Вообще, когда вас узнают внешне, но не помнят вообще, чем вы занимаетесь, что вы играете, это, ну, нормально, обидно, задевает, хочется, чтобы знали больше? Ни в коем случае не задевает, почему нет? Мне меньше всего хотелось бы, чтобы, когда я стоял на кассе в супермаркете, чтобы меня вот так вот снимали на телефон и говорили: «Эй, давай сделаем селфи!» Ну, этого нету, поэтому мне нравится то, что сейчас со мной происходит. То есть этого нету? Фанаты это слышат? Конечно, бывает. Вы представляете, фанаты сейчас это слышат? Нет, бывает, но больных фанатов нету, конечно же. Это прекрасно. Да. Ну, это говорит о вас. Я не буду спрашивать, почему группа называется «Бахрома», потому что я знаю, вас этим достали. То есть вас правда называли Рома Бах? Ну, в школе от фамилии сокращенно меня называли мои друзья Бах. И других не было погонялов? Ну, как-то больше всего, видимо, Бах было. И моя первая почта, электронный адрес был Бахрома, Яндекс какой-то там, ну, в общем, что-то. И когда я отправлял свои песни, еще будучи просто музыкантом, без группы, записывая дома песни в компьютере, я отправлял песни, эти же песни, на радиостанции. И одна радиостанция мне отписалась, что да, мы берем твою песню, только как называется группа? И я такой: а, как же называется группа? Бахрома. Собственно, вот так вот все и началось. А потом я понял, что вот первый концерт, нужны музыканты, и вот так вот все началось. И откуда они взялись? Нашел, спрашивал, ну, конечно же, я знал музыкантов очень многих в Киеве, и познакомился с одним, со вторым, с третьим, и, собственно, собрал группу. А люди, которые с вами сейчас играют, они не ревнуют к тому, что группа, ну, как ни крути, все равно вашего имени, да? Но я думаю, что вряд ли. Я даже уверен, что вряд ли. Почему? Потому что это все-таки синтез четырех человек. У нас четыре парня в группе. И я думаю, что, ну, мне с ними, во-первых, повезло очень сильно, потому что это по-настоящему талантливые люди, с которыми мне комфортно. И мы проводим огромное количество времени вместе. Тем более сейчас. Кстати, у нас сегодня в Днепре крайний концерт нашего осеннего тура. И мы долго добирались к вам, но я очень жду этот концерт. Устали в туре? Нет, мне это нравится очень. Очень нравится. Я получаю максимальное удовольствие от концертов. Угу. Что дает это, что дает вот энергию в туре? Потому что все равно же переезды, да? Все равно какие-то дороги украинские не очень хорошие. Все равно как-то очень, ну, не всегда это удобно, не всегда ты высыпаешься, чаще всего нет. Я думаю, никогда не высыпаешься, видно, да? Да? Нет, ну я догадываюсь просто, да. Вот, но это было бы странно, если бы музыканты там 20 часов спали, потом 4 отыграли там и опять спать. Все очень просто. Концерт — это же обмен энергией. Кач. Ну, кач, да, но все-таки энергия, она невидимая, но она существует. И на концертах я ее получаю сполна. Ну и, конечно же, стараюсь отдавать, потому что если не отдаешь, то и не получаешь. Сколько городов в туре вот нормально, комфортно? Ну, главное, чтобы не 4 концерта в неделю, потому что 4 концерта подряд — это очень тяжело. 3 концерта, когда пятница, суббота, воскресенье, это комфортно. А когда больше, уже тяжело, потому что не высыпаешься и чувствуешь себя к четвертому концерту уже достаточно разбитым. Что сложнее сейчас для вас? Играть в каких-то сборниках, потому что они тоже бывают, да? Наверняка вас куда-то там зовут, да? Участвовать в каких-то там благотворительных вещах, допустим, бывает же и такое. Либо играть сольный концерт, где от и до вы хозяева положения. Ну, конечно, мне нравится играть больше сольные концерты, потому что, ну, вы уже сказали, ответ... Потому что ты хозяин. Да, мы что хотим, то и делаем. Мы составляем
свой плейлист, тот, который мы хотим играть. И не бегает режиссер, который говорит все-все-все. Да, естественно. Да? Вот. Но в любом случае фестивали – это очень здорово. И украинские фестивали, они набирают обороты, они развиваются ежегодно. Я думаю, что в следующем году их будет не меньше, а больше, чем... Куда уж больше-то? Но людям это нужно. Люди посещают фестивали. Вы в этом году где были? На каких фестах? Ой, на разных совершенно были фестивалях. Но один из тех, наверное, который мне больше всего запомнился, это Atlas Weekend, который проходил в Киеве. Наверное, один из самых масштабных, в принципе, фестивалей на сегодняшний день. Понравился фестиваль «Республика», это Каменец-Подольский. Ну, везде своя атмосфера, везде свой слушатель, и, соответственно, останутся такие особенные воспоминания после каждого выступления. В 2011 году вы принимали участие в национальном отборе на Евровидение. Вы этот опыт повторили бы сейчас или достаточно вам? В этом году мы не участвуем в Евровидении. Ну, я бы не хотел говорить «да» или «нет». Может быть. Ну, теоретически. То есть теоретически, это, то есть, да, может быть, конечно. Потому что в прошлом году, я вам скажу так, в прошлом году, наверное, был один из самых сильных отборов за последние десятилетия. Потому что Украина такую планку подняла, что, я думаю, очень непросто будет сейчас вообще всем артистам до этой планки, хотя бы до этой планки добраться. Поэтому... Ну, в этом году я знаю уже несколько коллективов моих друзей, которые принимают участие. Я даже уже слышал несколько песен, которые будут участвовать в отборе, в национальном отборе Евровидения. Я буду за этим следить обязательно. Даже группа из Днепра есть. Конечно, а куда же без Днепра? Ну, вот на самом деле вот Евровидение такая штука, которую очень удобно ругать всегда, да, и это всегда делают с удовольствием. Зачем это нужно, да? В прошлом году пошли на отбор очень серьезные артисты, на самом деле, да, потому что и Джамала, и Сенсей, ну, казалось бы, ну, им слава, собственно говоря, то не нужна, у них, ну, они известны, они успешны. Было много молодых групп, которым, наверное, это нужно, да. Но, тем не менее, они пошли, они не посчитали это там зазорным каким-то, да, там, или каким-то пошлым, например, да. Вот ваше отношение к конкурсу. Ну, я повторюсь, в том году планка была высока, и было приятно наблюдать за всеми артистами, которые выходили на сцену. Что будет в этом, вот посмотрим совсем, вот в ближайшем будущем мы это увидим. То есть это не стыдно участвовать в таком конкурсе? Нет, не стыдно. Вы долго думали. Ну, я думал ответить более развернуто, но я думаю, что... Ну, конечно, у меня есть сомнения по этому поводу. Почему вот проведение в Украине Евровидения? Это, конечно, такой достаточно политизированный, максимально, я бы даже сказал, политизированный конкурс пестрых песен, пестрых артистов. Хотя в том году отбор показал, что нет. Как бы тут есть и другие группы. Есть группы с другим лицом, есть группы с другими песнями. И украинцы это увидели. Я думаю, в этом году будет не хуже. Но по поводу проведения конкурса у нас, конечно, деньги будут выделяться из бюджета. Я за то, чтобы лучше построить... больницу или дать эти деньги детям, которые больны лейкемией. Понимаете, их очень много. И я бы на это обращал внимание и ставил бы ставку на это. Какую аудиторию привлечет Евровидение, я не знаю. Это будет видно. Я помню, когда Руслана... И хватит ли потом денег на детей? Да, конечно. Поэтому я бы расставлял приоритеты в данном случае. Ну, есть как есть сейчас, да, я кто-то говорит маему, еще маему. А вы в теме, да, вот больных детей, вот этих всех благотворительных идей. Ну, я понимаю, что вы не можете там жить отдельно от общества, да. К нам часто обращаются за помощью, мы стараемся помогать, но, ну, конечно, всем помочь мы не можем, потому что это невозможно, но... Стараемся максимально. Ну, вот что мне приятно всегда, что, ну, практически все украинские музыканты, с которыми я общаюсь, они все нашли какую-то свою нишу для помощи, да. Тарас Тополя очень активно помогал АТО и продолжает это делать. Там Гадюкины очень активно в этом плане. Там Женя Галич, вот вы, да. Ну, это...
я не думаю, что это плюс к популярности на самом деле. Вернее, я не думаю, что вы это делаете для плюса к популярности. Я скажу так, мы помогаем только детям. Мы не поддерживаем никаких ни политических, ни военных организаций. Мы помогаем детям. Я думаю, просто за ними будущее. Поэтому... Вы пацифист? Нет. Нет, но... Но помощь детям всегда нужна. Я сам был ребенком. И об этом не нужно забывать. А тем более, если ребенку требуется помощь, а у родителей нет возможностей спасти этого ребенка. То... А все в это время помогают армии. Я вас понимаю. Вы часто говорите о том, что вам всегда 27. Ну, это понятно, это такое вот, ну, кокетство медийного лица, да, немножко. Но 27 для музыки, для рок-музыки, это такая роковая цифра на самом деле, да. Есть такой условный клуб 27. Все мы знаем, о чем речь, да. Достаточно неусловный даже. Да. Ну, неусловный, ну, пусть он не очень массовый, скажем, ну, там с десяток другой там людей есть, которые погибли по разным причинам именно в 27, и все они творческие люди были очень яркие, да. Почему 27 для вас? Да нет, конечно же, это доля кокетства, не без этого. Но у нас в группе самый часто задаваемый вопрос: а сколько лет Димасу? Димас — это наш гитарист. Он выглядит как юноша, хотя ему 30, но он выглядит как 16-летний мальчик. И если он даже за столом сидит, все такие: а сколько Димасу лет? А сколько Димасу лет? Димас уходит, и все: так, а Диме сколько лет? И собственно, первые концерты, мы 4 года с ним уже сотрудничаем, играем в группе «Бахрома» вместе. Первые концерты я даже прикалывался и говорил, что сегодня на гитаре мой сын. И люди: что? Как? Он тянет на вашего сына? Ну, на самом деле нет. Он бы мог быть еще и моим отцом. Это в каком смысле? Он мудрее вас? Да, у него достаточно, он мудрый. Внешность обманчива? 100%. Когда был трибьют «Аквариума», да, была такая история в вашей жизни, вы выбрали, или не вы выбрали, сейчас вы мне расскажете, песню «Движение в сторону весны». Сделали кавер. Что для вас «Аквариум», если он что-то для вас значит, кроме этого проекта? Почему эта песня? До этого проекта я не был знаком с группой «Аквариум». Вы вообще? Я знал 3-4 песни максимум. Мой друг из Кемерово позвонил мне и сказал: слушай, тут Лента.ру проводит такой масштабный, как называется, трибьют группы «Аквариум», поучаствуй. Я говорю: ну я же вообще не знаком, как я буду, что я буду петь. А у группы «Аквариум», на секундочку, я не знаю, сколько пластинок там. Много. Очень много. И, собственно, мне понадобилось несколько дней, я просто слушал песни в течение нескольких дней и выбрал по итогу там 2 или 3 песни. Ну, вот, собственно, мы остановились на «Движении в сторону весны», потому что как-то вот она у нас пошла, и я примерил на себя слова, понял смысл. И буквально 4 дня назад мы играли концерт в Полтаве. И на саундчек заходит Борис Борисович, чтобы познакомиться. Борис Борисович, здравствуйте. Он: привет, ребята, хочу к вам на концерт попасть. В общем, вот такое знакомство состоялось. А кавер родился в каком году? Кавер родился в 14-м. То есть 2 года это так вот встреча, да, вылеживалась. Ничего себе. А он знает о том, что вы пели эту, да, песню? И что-то сказал, похвалил? Но сейчас, я так понимаю, что у нас не было возможности с ним поговорить, но я думаю, что он слышал о нас еще и от Милоша, который сейчас помогает ему с его туром, тур с оркестром. И, соответственно, Милош Дергент, это дирижер на русском языке. Я думаю, что они общались, и Милош рассказывал о своих когда-то подопечных. А у вас с Милошем свои связи?
С Милошем свои связи, потому что Милош стал саунд-продюсером наших двух альбомов практически. Мы с ним записали EP, и вот крайний наш альбом плюс-минус равно Милош тоже принимал достаточно активное участие в этом альбоме, в записи этого альбома. О Милоше, конечно, можно говорить много, он очень интересный человек и такой необычный, да, скажем, аранжировщик. Меня всегда интересует, как люди такого уровня все успевают, потому что он задействованный в своем проекте, скажем так, да. Но меня еще интересует всегда, как... Я думаю, что сейчас бы ребята из группы «Океан Эльзы» обиделись за то, что мы назвали их группу проектом. Ну, проект в общем таком плане, да? Ну, это же перспективная вещь, правильно? Ну, группа «Океан Эльзы», я думаю, да, наверное. Окей. Меня всегда интересует, как вот вы со своими амбициями, да, или подобные вам люди, как вы впускаете других профессионалов в свою семью, в свою жизнь? Все очень просто. Ты общаешься с человеком, ты понимаешь, вы разговариваете о музыке, об искусстве в целом, ты понимаешь, что у него есть вкус. Но вкус это достаточно такое субъективное, потому что вкус есть у всех, просто какой вкус. И, соответственно, когда ты понимаешь, что его вкус, он как бы с твоим в чем-то пересекается, в чем-то ты этому человеку доверяешь, потому что он может аргументировать то, что он хочет сказать, то, что он хочет сделать, и ты в конце концов ему просто доверяешь. То есть вы совпали? Да. Потому что, насколько мне так кажется, что вы достаточно, такой упрямый в своих убеждениях, в том числе и музыкальных человек. Не то чтобы не гибкий, но знаете, чего хотите. Я набираюсь опыта, и Милош стал человеком, у которого я многому научился, по большому счету. Милош стал человеком, это хорошо звучит на самом деле. У которого я многому научился. Окей. Вы пишете на русском в основном. На украинском, немного, да? Сложно на украинском писать, думая на русском? Или уже сейчас пошло движение какое-то в другом направлении? Проще мне, конечно, на русском писать, потому что я думаю на русском. Но на украинском мне очень нравится писать. И когда у меня получается, я счастлив. Но мне бы хотелось больше на украинском, конечно же, написать песен. Сейчас например... Квоты ввели, да? Я не равняюсь на радио. Не-не-не, я тоже не равняюсь на это. Это может быть и стимулирует немножко, да, в какой-то степени. Вообще ваше отношение к квотам. Я почему-то знал, что вы мне зададите этот вопрос, но... Я журналист, и мне интересно знать мнение разных людей. Я общалась с разными музыкантами, и те, кто не скрывают своего мнения, в основном недовольны квотами, скажем так. Они считают, что это не стимулирует к развитию украинской музыки, а наоборот заполонит рынок некачественным продуктом, потому что его должно быть... Отчасти. Теперь должно быть больше, да, на самом но деле. Но не намного больше. Если вот говорить в целом, это небольшое процентное соотношение. Тем более мы с вами уже говорили о том, что сейчас достаточно много украинской музыки, надо только ее найти, услышать. Украинская музыка, но украинская музыка, она может быть на любом языке. Она может быть на английском, на русском, на украинском, на французском. На иврите. Да, но если человек пишет ее в Украине, я называю это украинской музыкой. Неважно, на каком он языке поет. И я думаю, что не у всех молодых групп есть желание играть на радиостанциях. Многие себя популяризируют с помощью интернет-ресурсов и так далее. Поэтому, но квоты, с одной стороны, да, конечно, я думаю, что на радиостанции просочится некая доля, назовем это, вчерашней песни, эстрады. Я не хочу называть имен, чтобы не обидеть своих предшественников, но при этом, конечно же, я думаю, что и повлияет положительно, потому что, я думаю, украинский продукт для молодых артистов, это квоты для украинских артистов, это своего рода стимул, чтобы писать песни на украинском языке.
И это здорово. Тут еще дело, наверное, в худсовете, да, ну вот, вот назовем это так. Кто будет отбирать, кто будет производить какую-то селекцию, все зависит от, опять же, саунд-директоров там на радио, или как они там называются, да, то есть от людей, которые, да, которые будут формировать эту программу. И если люди это будут делать качественно, а не запихивать вообще, да, все что подвернется под руку, но, да, к там, сожалению, к сожалению, в любом случае наши радиостанции, они заточены под определенный формат. И, ну, тут речь идет, либо ты прогибаешься и делаешь песню просто под радиоформат, либо ты гнешь свою линию и просто делаешь то, что тебе нравится. Ну, а это уже выбор каждого. Вас крутят по радио? Да. Но это ограниченное количество радиостанций, я скажу так. Хотелось бы больше или нормально? Ну, мне всегда хочется большего. Чтобы группа «Бахрома» звучала из каждого утюга? Почему бы и нет? Ну, конечно, это здорово на самом деле. Вы согласны с тем, что каждый мужчина больше ребенок, чем взрослый? Да, согласен. Ваш внутренний ребенок, что его тешит, что он любит, чем вы его балуете? В какие-то моменты мне приходится быть взрослым, принимать взрослые решения и брать на себя ответственность, порой достаточно большую ответственность. Поэтому вы отпустили бороду. Но борода у меня была изначально, я как родился изначально, с бородой. В 5 лет? Ну, не в 5 лет, но в 19, в 20 лет у меня уже была борода, поэтому я всегда был с бородой. Это ни в коем случае не тренд. Но по поводу все-таки детства и ребячества, да, конечно, оно присуще мужчинам в большей степени, чем женщинам. И да, я себя порой ощущаю ребенком. Ну, вы не оправдываетесь, это нормально на самом деле. Нет, я не оправдываюсь, я пытаюсь объяснить, что да, это окей, но порой все-таки нужно быть взрослым. Угу. Ну, все равно, что любит ваш внутренний ребенок? Вот когда ему хорошо? Ну, когда он когда хохочет? Когда у меня есть большая ложка в правой руке и банка нутеллы в левой. Вы любите сладкое? Конечно. Значит, вы добрый. Возможно. Да? Даже, я думаю, да. После тура что обычно происходит? Вы отдыхаете или вы отдыхаете таким образом, что вы меняете вид деятельности? То есть вы идете в студию, например? Вот сегодня крайний концерт Днепропетровский. Вы не любите слово «последний», я поняла? Последний, я могу говорить «последний», но «последний» — это все-таки что-то такое, чем уже ты... То есть вы завершаешь в этом плане как альпинист, я поняла. Да, крайний концерт в Днепропетровске, и сейчас мы возвращаемся в Киев, и с бандой «Бахрома» мы заселяемся в дом на несколько месяцев, где изолируемся от общества, мы не будем давать концерты, мы не будем давать интервью, мы не будем выходить, по сути, из этого дома, мы запишем там альбом. И с марта месяца мы до Нового года уже заявим о туре. У нас будет всеукраинский весенний тур, который будет включать в себя 21 город. Мы уже знаем, какие это будут города, Днепр не исключение. И уже с презентацией нового альбома. Настанет время разбрасывать песни, да? Ну, очень хочется новых песен. То есть зимой пишется, весной поется, летом что делается? Ну, летом фестивали. Фестивалится. Конечно. Осенью что делается? Снова пишется. А подождите, там же зима дальше. Ну, пишется, а зимой записывается. Ага. А, то есть сочиняется, да? Да. Сочиняется, потом и так... Это цикл. И так бесконечно? Конечно. Да? Я думаю, да. Но мне бы так хотелось. Самое продуктивное время года осень для вас? Почему? Люблю осень очень. Не потому, что Пушкин любил осень. А вы любите Пушкина? Ну, сейчас больше да. Хотя в школе он мне не нравился совершенно. Но Пушкин все-таки, я его считаю гением. По-настоящему гением, потому что он современным языком тогда говорил современным языком. Жаль, он не может зайти как БГ на ваш концерт и сказать: «Привет, ребята, хочу вас послушать». Жаль, правда? Ну, да. Как вы думаете, какая ваша песня войдет в историю? Вот из уже существующих. Вот через там 100 лет будет какой-нибудь билборд составлять там топ-100, да, украинской музыки.
Которые уже существуют? Вот из существующих, да. Ну, понятно, вы сейчас скажете, что, ну, лучшую песню я еще не написал, правильно? Это нормально. Ну, вот из уже существующих... Ну, не одна же песня войдет в топ-100, правильно? Да, конечно, ваша? Конечно. Десяток как минимум надо. Так. Я бы, конечно, одну песню тяжело выделить среди уже имеющихся трех альбомов. И вот уже четвертый на подходе. Всегда тяжело выбрать какую-то одну. И вы меня сейчас ставите в рамки тем самым. Ну, а что делать? Это жизнь. Вот так всегда, да? Давайте, пускай это будет... Что мы, чокнемся водой с вами? Пускай это будет песня под названием «На глубине». То есть мы ее уже в топ-100... Я думаю, да. Поставили. Я думаю, она достойна. Ну, тогда вторая. А вот я-то и не ждал этого вопроса, как бы это уже следующий вопрос. Рамки расширяются. Да. Мне очень нравится песня «Вирш». Вообще хорошо было бы, чтобы вот Украина раскручивала свои какие-то топы, свои какие-то рейтинги, да? Что, это, и вообще, это чтобы журналистика развивалась. Это вообще интересно вот музыкантам, очень да, интересно. Или нет? Потому что я смотрю, что вот Англия, Америка, да, там Ирландия, там, ну, они очень это муссируют, популяризируют, это постоянно как-то вот на слуху, там чарты, да, вот это все работает. Вот это нужно музыкантам? В этом году, я думаю, только в этом году начала развиваться украинская музыкальная журналистика. Потому что достаточно ограниченный спектр вообще критики в Украине, музыкальной критики. Мы говорим сейчас конкретно про музыку и про музыкальную журналистику, потому что ее катастрофически мало. Хотя релизов, там, альбомов, синглов, каких-то клипов, вообще каких-то культурных мероприятий ежедневно они происходят. И об этом хочется, конечно же, всем музыкантам, чтобы об этом говорили. И для этого, конечно же, нужна журналистика. Грамотная, правильная журналистика, критика. А журналистика тут же начнет определять ваш стиль, например. Да? Здорово. А я знаю, что музыканты терпеть не могут определять пускай ваш стиль. Пускай определяют. И говорят журналистам, ну, это вам нужно, вы как-то вот номинируете себя. Мы, группа, стиля. Я вам скажу так, что мы играем альтернативную музыку. Но альтернативная музыка в нашем понимании – это какая-то тяжелая музыка. Я же все-таки бы по-другому говорил. Альтернативная музыка – это... Ну, какая-то другая музыка, иная, понимаете? Просто сейчас... Не такая, как все. Сейчас уже нельзя говорить четко, если раньше, там, 30 лет назад или 50 лет, люди могли четко разграничить. Это блюз, это джаз, это электро. Ну, и, то есть, можно было как-то нишево ее разделить. То есть, сейчас, слушая современную музыку, ну, там же все намешано. Все совершенно. И если выдумывать и давать этому какое-то название, это какой же столбик из синонимов должен быть? Вы романтик? В большей степени. В большей степени, чем что? Чем не романтик? Да. Вы ходите на концерты других коллективов? Обязательно. Обязательно. А профдеформация как же? Мне очень нравится ходить на концерты. Тем более, когда ты стоишь как слушатель, как зритель, ты сам для себя делаешь огромное количество выводов. Ты анализируешь, что происходит, и как бы ты делал, или как бы ты не делал, мне нравится. Вот. А есть концерты, на которые вы ходите и, ну, вот можете абстрагироваться, просто получить удовольствие и потусить? Или это вот для музыканта уже не... Нет, возможно? Конечно, есть. Я недавно с ребятами, мы всей бандой поехали в такой небольшой тур по Европе, и, собственно, нашей целью был Амстердам. Мы сели в автобус и поехали 2000 километров, чтобы попасть на концерт британской артистки Пи-Джей Харви. И это был один из лучших концертов в моей жизни. И там вы не анализировали, да, ничего? Вы просто слушали? Просто слушал. Вот просто отдался тому, что там происходит. Последний вопрос. Вы в ближайшее время собираетесь жить в Украине? Да. Спасибо. Я так понимаю, что это... Ну, крайнее интервью этого сезона для вас, потому что после Днепра вы едете в тот самый домик. Да, в тот самый дом писать. И записываем. Все, не давайте больше никому интервью. Все, хорошо? Но мне очень понравилось сегодня у вас здесь. Здорово, спасибо. Это был Рома Бахарев. В прошлом Рома Бах.
Це був Роман Бахарєв, він лідер гурту «Бахрома». І якщо ви побачите на афішах таку назву, ви не думаєте, що це дещо таке галантерейне. Це дуже цікава, добра і мудра, і сучасна українська музика. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.